километрах от скандинавского полуострова, далеко на севере Европы. Остров вулканов изолирован посреди Атлантического океана. Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь. Вот видите, что тут происходит? Вот эти вот твари меня атакуют. Одна прямо, чуть я слышу, чуть в эту, в черепушку не клюнула. Как подлетела на ухо прям. Вот твари, а! А ну иди сюда давай. Где-то яйца их отложи. Ой, какие ***ки, а? Это какой-то пи***. Это правильно, как про моряков говорят, всякие на грудь насрали. Вот они мне и насрали, посмотрите, что творят. Атакуют прям в голову. Вот. Смотри, что творят, а? Итак, 20 километров. Хочу отметить, по этой дороге ехать особенно приятно, в отличие от первой. Просто трафика нету, асфальт идеальный, подъемы, градиенты небольшие, в принципе, нормально можно рулить. Вот это национальный заповедник какой-то тут очередной пошел, их тут много, один за одним идут. Ну вот так, машина одна в 10 минут 15 проезжает и все. Классно. Черничные кусты, но смотрю, черники нету. Странно. Чернички бы сейчас собрать. Ну вот так. Tonight I'm gonna have myself a real good time.
feel alive. And the world, I'm turning inside out, yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Планета Марс. Это называется fish and chips, кто не знает. Типичное британское блюдо. Сейчас попробуем. Очень здорово. Рыбка свежая. Наверное, с океана сразу. Так, друзья. Ну вот едем с вами. Место называется Голубая Лагуна. Вот она дымится. Там вот проехал, труба была. Там где-то находится Hot Springs, горячие источники, из которых ключи бьют кипяток из-под земли. То есть градусов 100, 80-100 градусов они обычно бьют. Вот эта горячая вода по трубе подается вот туда. Значит,
Там эта вода смешивается в бассейнах, соответственно, там до 45, по-моему, не знаю, до скольки, там до 40 разные есть. Вот, ну и народ отдыхает, купается. Сейчас мы туда с вами и поедем. Так что вперед. Железный порт. Последние 10 километров осталось. Входим на финишную прямую. Дорога Рейкьявик-Кефлавик. Что, рванем? Поехали. Ду-ду-ду-ду. Все. Видишь? Конец моим страданиям и мучениям. Ух. Куда начинал, туда и приехал. Блять, и сил уже не осталось в конце. Вот все, бейс. Ace of base, блядь. Так, на ресепшн иду. Итого. 525 километров всего пройдено. И на сегодня 72.26. Отель взял. Руки грязные немножко. Но у меня цепь слетела в конце. Точнее, не слетела, но моталась там херня какая-то на звездочку. Это непередаваемое чувство. У меня сейчас истерика возьмет. Как охуенно. Рум есть, все. Сейчас приму горячий душ. Буду, наверное, отдыхать. Не знаю, что буду делать. Ой, как за***бить меня. Уже слово нет уже просто. Фух. И конь мой вороной. Спасибо тебе. Ты настоящий друг. Не подвел ни разу меня. Вот что значит хорошая техника. Берите сразу хорошую технику. Не страдайте, хуй.